Сейчас у нас все-таки идет еще период сыгранности вот с новыми игроками, кто подписался в этом сезоне. И мы пока стараемся найти свою игру и пока просто стараемся выигрывать, не смотреть уже за очками. Всегда интересно играть дерби, тем более в соседних городах почти живем, тренируемся. Вот, я думаю, мы показали хороший результат и дали бой сопернику. Очень рад, что сегодня вышел, тренер дал возможность поиграть. Я даже считаю, что сыграл хорошо, не отлично. На тренировку мы делаем ротации, с одним связкой мне удобно играть и с другим связкой, так что различия я почти не вижу. Достаточно неплохо наладили уже командные взаимодействия, нашли точки соприкосновения с нашими непосредственно легионерами, и на этом фоне уже становится много легче играть. То есть мы знаем, кто куда бежит, кто что делает, кто за что отвечает, и от этого игра упрощалась. Становится меньше суеты на площадке, и каждый делает то, что умеет. Наша команда сегодня настраивалась на эту игру. Мы готовились к тяжелому сопернику, потому что знаем, что «Динамо Ленобласть» в этом году неплохо обновилась и, в принципе, проводит хорошие игры. Плюс, я думаю, что мы как бы хорошо добавили в элементе подачи прием. И за счет этого, я думаю, сегодня победа досталась нам. Матч достаточно интересный был. Ну, в плане того, что любой матч интересен, неважно, с каким счетом он заканчивается. Это адреналин, это эмоции, переживания и все вместе, в общем. Не знаю, нахлынуло, порыв, не знаю, чего. Можешь сконцентрировался, просто повезло пару раз подать хорошо, и все. Готовился к такой серии подать? Вообще мы отрабатываем на тренировках такую систему, то, что мы много подач должны подавать сразу. Ну, и это как бы концентрация, это и усталость, и все вместе, чтобы в более, допустим, тяжелых играх, там, допустим, в пятой партии я мог подать достаточно хорошую подачу там, в конце или где-то и не ошибаться. Над этим пока еще усердно работаем, но вот сейчас первые проблески случались. У нас хорошая неделя тренировок и... Очень ровная игра получилась сегодня. Получили, я думаю, что все удовольствие от игры. И отличная подача прием. Даже с третьей партии немножко ошибались на подаче. Вот ровная игра в атаке. Особенно. Вот, и только соперник у нас только один раз блокирует. Вот, поэтому уверенная победа очень. Here comes the, 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 here comes